братан. Все с нами. Я в принципе нормальный парень, но иногда меня несет. Я по-немецки не въезжаю, по-русски с матом малость прет. Образование 8 классов, Ausbildung сделал на кайф-цет. Среди немецких пидорасов пришлось покалывать пару лет. Ну а теперь я безработный, я на паркляции весь в дела. И говорят все за меня, лампасы на мои штана. Моя родина Казахстан, а живу теперь в Deutschland. Чувствую себя здесь как хан, Астана все по-о-о. Моя родина Казахстан, а живу теперь в Deutschland. Чувствую себя здесь как хан, Астана все по-о-о. Пошел вчера на дискотеку, из-за кроссовок не зашел. Но это мелочи, фигня, я на проклят сбухать пошел. Сначала было все ништяк, ну а потом тот борзый взгляд. Не думал ни секунды я, заехал чуваку в пятак. В мусорне ночку переспал, что говорить о пустяках. Ведь говорят все за меня, лампасы на мои штана. Моя родина Казахстан, а живу теперь в Deutschland. Чувствую себя здесь как хан, Астана все по-о-о. Моя родина Казахстан, а живу теперь в Deutschland. Чувствую себя здесь как хан, Астана все по-о-о. Казахстан, а живу теперь в Deutschland. Чувствую себя здесь как хан, Астана все по-о-о. Моя родина Казахстан, а живу теперь в
Тяня, шукай.